Вольву Стоп Крем. Состав: банка 15 мл. Дионизированная вода, С-иклопентасилоксан, С-этиориловый спирт, экстракт арники, ППК 15, стеариловый эфир, мочевина, стеарид 2, глицерин, стеарид 21, оксигенированное кукурузное масло, кофеин, пальмовое масло, масло карите, салициловая кислота, производные анисового масла, графит малины, эфирное масло гвоздики, лаванды, мяты, пропилпарабен, дисодиум этатриэтаноламин, метилхлорезатиазолин, метилизатиазолин, дигидроквертицен. Фармакологическое действие. Вальвус Стоп, Халакс Валкс, в просторечии косточка. Это разрастание костно-хрящевой головки первой плесневой кости большого пальца ноги. Встречается у 30 людей вследствие поперечного плоскостопия из-за изменения мышечно-связочного аппарата. Крем содержит оксигенированное кукурузное масло, желчь медицинскую, кофеин, экстракт арники, которые обеспечивают защиту и мягкость кожи стоп, снимают воспаление, усиливают микроциркуляцию, укрепляют структуру кожи, уменьшает наружное отклонение пальца, снимает воспаление и боль при ходьбе, предотвращает развитие плоскостопия. Показания к применению: крем для ног для коррекции болезненной халюс вальгус. Способ применения: ежедневно вечером размягчающая ванночка для ног, продолжительность 25 минут, температура 35-36 градусов, глубина погружения ноги, вся стопа, голеностопный сустав. Для размягчения использовать пищевую соду, из расчета 1 столовая ложка на 1 литр воды. После ванночки протереть стопу насухо и массажными движениями нанести крем Вальгус Стоп на косточку, первый и второй палец стопы, затем на всю ночь надеть теплый носок. Продолжать ежедневное применение 1-1-5 месяца. Противопоказания: непереносимость компонентов. Особые указания: Вальгус Стоп рекомендуется использовать в сочетании с свежевитом. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если оно вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Обязательно подпишитесь и включите колокольчик, мы регулярно публикуем новые видео. На сегодня все, удачи всем, пока-пока.